Очередной матч серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом прошел в Иркутске. «Байкал-Энергия» принимала родину из Кирова. Как прошла игра, знает Павел Марчуков. Ответная встреча между «Байкал-Энергией» и «Родиной», пожалуй, самая важная для иркутян в этом сезоне. После поражения в Кирове «Белосиние» проигрывают и в серии до двух побед. Так что любая ошибка может не оставить шансов на выход в полуфинал. Поэтому концентрации и собранности нашим ребятам не занимать. С первых минут «Байкал-Энергия» буквально прижимает гостей к воротам. Однако с реализацией проблемы. Примерно из 10 опасных ударов цели достигает только один. И то на 16-й минуте. Отличается Максим Пахомов. Результативный удар расправляет крылья нашим парням. Этого гости явно не ожидают и начинают играть грубо. Больше всего достается форварду иркутян Александру Насонову. Чтобы остановить нашего пятого номера, защитники родины идут на крайне опасные меры. Здесь борьба такая очень серьезная, и никто не хочет уступать. И поэтому, кировская команда сейчас, она показывала на протяжении всего чемпионата, что так очень жестко, серьезно играет. У них очень такие возрастные ребята, которые уже давно поиграли. Опыт помогает гостям использовать свои шансы. Правда, к счастью для иркутских болельщиков, всего дважды. Собственно, на итоговом счете это практически не отражается. 5-2 – более чем убедительная победа «Байкал-Энергии». Мы готовились к этой серии очень серьезно. Все готовы на все 100%. Я думаю, от этого и результат сегодняшний. Наша победа, да. Еще вы видели, несколько моментов чистых не забили. Вот, ну ничего страшного. Теперь главное, чтобы во время дополнительного матча реализация не подвела наших парней. Ведь сейчас задача номер один – оформить исторический выход в полуфинал. А чтобы достичь этой цели, нужна только победа. Павел Марчуков, Михаил Глызин. Новости по будням.